Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Deus Ex штурмовать Engine Room. Это комнату с двигателем. Смотрим здесь, что есть. Выход! Итак, вниз пока я не пойду. Может быть, там спуститься можно по-нормальному? Да, конечно же. Здесь есть кто? Здесь есть кто? Оглядывайтесь по сторонам, это как... Сука, гребаный меч, попади, блядь. О, привет! Мой бог. Это он. Твой бог? Нет, не твой бог. Так, патроны мне не нужны. Кто-то есть еще? Что-то не то, блядь, не то включил. Устойчивость к среде. Нахрена мне устойчивость к среде, мне регенерация на нужна. Да, блядь, своими ножами, сука. Да вот вы заколебались своими... Что это? Дротики, ладно. С этими камерами просто везде, блядь, понатыкали, реально. Опа. Чака. Патрончики к пистолету мне понадобятся на позже. Если я могу с мечом всех бить, то... Ты чё, дурак? Придурок. Ты дурак или придурок? Штурмовая автоматическая... Вон еще один придурок. Кто бы там ни был, не бей меня, да? Да я ничего, чувак, вообще. Штурмовая винтовка бесполезная, она стреляет очень сильно с разбросом. Так что лучше всего пистолет, или ее качать очень сильно нужно. Так. Ну-ка, чего тут у нас? Давай отключим все, сука, камеры, заебали. Открыть, открыть. Выключить нахер, все. Не пиздите. Достали уже эти камеры. Здесь же, если бы стелс был хоть какой-нибудь... Не, ну можно, в принципе, пользоваться этими... Как их называют? Это место ДС. Это одно из сваленных мест тройного корпуса в стене. Ты должен разбить внутренний корпус с помощью геп или лам. Когда двери откроются, останется еще 4, которые ты должен разбить. Проверь их местоположение, пока ты должен. Какого черта? Это он. Окей. Дебилы два. Два дебила. Чего это? Так, какая грошь? Чего? Спаси добро не колено, нужно добровел нас к Эверетту. Хорош мне рассказывать тут, я знаю, что и так делать. Иду, идешь вперед, всех мочишь, да и все. Последнего когда-нибудь убьем. Так, опять все включено. Ты посмотри, сука, какая не заперта, открыта. Все. Сюда я не попаду, да? Так, а подожди, я там что-то... Так, стоп. Надо похиляться. Неплохо так меня побили на 48 единиц. Стой, стой, стой. Тут где-то я видел компьютер. Что за звук? Вот компьютер. Я не поверю в это, ДС. Был налет на пирата. Я только видел, что Гюнтер на крыше залез в вертолет и препятствовал НАТКО. Я проверил полицию, но они все еще ищут пиратов. Такое впечатление, что он умудрился улизнуть. Билдж Пауэр. Это я нормально сделал, да? Или я неправильно что-то сделал? Блин, вот эти компьютеры опять никчемные. Зачем их взламывать, если здесь ничего нет? В принципе. Поток развернут. Ну и чё? Это трюмные насосы. Тебе надо повернуть их и направить поток в другую сторону. Там рядом должен быть переключатель, чтобы повернуть насосы. И компьютер должен... Я сделал уже. Чё ты как дебилой? Ты что, не видишь, что ли? Так, здесь ничего не спрятали. Как так? Хоп. Ух ты, блядь. А это я как пройду? Так, здесь можно стоять. А почему здесь можно стоять, а там нельзя? Тоже вариант. Вот это секьюрка. Это какая-то вторая, третья секьюрка, четвертая, пятая, десятая. Как здесь можно этой пользователей пароли узнавать без взлома, я не понимаю. Это же нереально. Так, выключить. Там кто-то бегает, сука.
Так, а подожди, это только камеры, а этот... А как ток отключить? Слышь, я сейчас сохранюсь на всякий случай. Там он еще одна секьюрка есть. Но мне чего надо сделать? Мне надо пробежать. А, тут есть лестница, окей, можно, значит, спрыгнуть. А вот есть дверь какая-то. Ты кто? Так, подожди. Там была какая-то хуйня. Перезарядка. Так, а тут гребаный паук, да? Как его можно убить? Ты, сука, какой жесткий. Сука, зарублю, блядь, нахуй. Сука, откуда ты приперся? Тварь. Откуда он? Так, ну здесь вроде ничего нет. Или есть? Есть щиток. Есть вентиляция. Два инструмента. А давай инструментами попользуемся. Почему бы, сука, и нет? Потому что я не знаю, что это за... Да ну где звук-то, ети, твою мать, игра? Не кумарь. Так, и чё? Электронная панель управления. Шнурировано. И что теперь? Ну, шнурировано, и что дальше? Что теперь делать? На. И зачем? Зачем я это сделал? Она же не работает. Да. Прыгай вниз. Так, хорошо, куда-то пробрался. Там темно. У меня есть меч. Нифига вы камеру повесили так-то. Еще один. Да зачем это все надо, блядь? Привет. Да. А ну пошли сюда. Да, что-то как-то не очень. О, здесь тут тупик. Нахрена эта вентиляция была? Нахрена эта вентиляция была? Как мне отключить этот ток? Я уже все тут взломал вам, что можно только. Ничего не работает. Так, а подожди, я не туда пошел, что ли? А, вот сюда, блин, мне же вот сюда. Где-то тут было мульти... Мы должны пройти здесь. Мы должны еще раз провести провода в этой части корабля. Я не буду отправляться в путь. Че? Трансформаторы закорачиваются, я не могу их закрыть. Очень много заряда. Верхний проход похож на тарелку. Такое впечатление, что это работа для ботов. Ты сказал это. Они недостаточно мне заплатили, чтобы я шел туда один. Двое первых не отвечают. Я могу узнать для тебя. Давай. Так. Какой-то новый цель. Опа-на, на ключик. Какой-то новый цель нам дали. Выруби питание трансформаторов, которые коротят. Электрические арки имеют успех в качестве освещения. Да я подожди. Да я сейчас разберусь. А что это вот ТНТ? Мне ящик тротила. Как его можно использовать? Я не хочу отвечать, да подожди ты. Хи-хи. Еще мультиинструмент, нормально. Так, это мне не надо. Так, а подожди. Стоп. Я вообще не понимаю, тут херовая туча всякой херни, куда ее можно пойти? Так, это вентилятор. Мне вентилятор, наверное, не надо, скорее всего, да? Значит, мне надо вот сюда. Может быть. О, вертолет наш. Там чуваки его пасут. Два. Камера. Давайте прикончим его. Давай. Так спокойно все говорят. На. Эй, я тут. Эй, дебилы. Эй. Назад. Я ниндзя, блядь. Куда ты полез?
И все. Он все еще в области. Ты куда? Увидел, что я с мечом, да, так давай ноги давать. Ты, сука, такой подлый. Опа, она на ключ. Так, здесь меня где-то палила камера опять. Вон та, наверное, да, сучка? Опа, еще она на ключ. Да что ж такое ты будешь делать? Куча она на ключей вообще. Спокойно. Так, это что, это нам не надо? Вот, вот, есть. Блин, мне вот аптечки прям... Я, подожди, подожди, а он мне... Ой, вот это я тупанул. Вот я тупанул, короче, тупанул. Ай-я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 й, тихо. Спокойно, отмычечку возьми. Че, бляха, знаете, чем я тупанул? Там же надо было эти заряды заложить. А я хер его знает, куда их закладывать. Или чего-то надо было заложить, блин. Куда это я? Потрошки. Куда я ползу? Блин, время идет. Куда я ползу? Такой длинный коридор. Зачем? Я же здесь не могу бегать. Дентон, ты заебал. Передвижение. Всем. Где тут всем, блин? Да, смотри, быстрее передвигается в натуре. Так, это я где-то слышу, ток идет. Да ладно. Так, я думаю, вот так будет быстрее. Стой, ну-ка мне назад надо пойти. Он сказал где-то... где-то вот тут закладывать взрывчатку или что? Где-то вот тут, что ли? Не, подожди, не тут. Как туда попасть? Вон там, да? Вот этих штуках. Вот это, правильно? Вот тут заложить? Или что? 6. Я правильно сделал? Ну-ка, давай почитаем. Так, уничтожить разрушив взрывчаткой 5 сварных швов тройной обшивки. Вот. Сварных швов. Это сварный шов? Какой сварный шов? Наверное, правильно. Правильно сделал, да? Да, значит, их надо искать. Надо штук 5 штук. Ладно, 5 штучек. Один я нашел. Так, где-то я еще только что один видел. Вот там я бегал, и там еще один был. Хорошо. А тут нету, подожди. Так, би-би-би-би-би-би. Вон один, блядь. А тут током не хуярит? Так, давай сохраним. А там током херачит, да? Или нет? Ай, хуярит, блядь. Сука. Ладно, сейчас мы его ебанем и так. Чух. Блядь, не вижу. Бум! Хорош, 2 есть. Так, пошли вниз. Теперь я где-то еще тут видел один. Привет, чувак, ты там еще нормально живой? Что здесь есть? Что здесь ничего нет? Так. О, это по кругу, хорошо. Опа. Снайперка. Автомат, наверное. Так, что там у меня еще? Бум. Нифига себе, лом взрывается прям. Нихера себе, он меня на 100 единиц шибанул. Да как так-то? Ты серьезно, что ли, лам? Ламобот. Так, подожди. Где я был, где я не был? Так, вот тут я вроде был. Я бежал такой, бежал. Вот этих перебил. Значит, тут я такой модный, вышел. А, блять, по кругу пробежал. Твою-то мать. Как же здесь сложно и все запутано. Значит, мне вот сюда. Так, подожди. Здесь можно пройти вот так и вот так.
Привет. Не пизди. Или же подожди. И вот так еще можно пройти. Но тут закрыто, так, значит, мне туда не надо. Я уже тут всех перебил, не надо пищать. Никого нет. Вот камеры, короче, какие зрячие, сука, падлы. Так, спокойно. Где еще шоу? Я два шва убил. Это ты что, не перепрыгнешь, типа? Код какой-то. Четырехзначный. Хотя, возможно, я его даже знаю. Ну-ка, смотри. Сейчас, вот тут где-то был инженерный. Мастик инженерный отсек 9753. Да. Действительно. Мостик в инженерный отсек. Хотя можно было и шнурированием взломать. Какая разница? Да ты заебала где-то есть. Тик. Чё-то я лом взял, прикинь. Потратил и взял. Красавчик. Оп! Да, вот зачем эти штуки вообще тут придумали в игре-то? Серьезно, здесь столько всего ненужного есть. Прям миллион всего. Вот еще одна. Так, подожди, сейчас мне вот это вот. Блин, мунти-шмунти инструмент у нас не работает. На. Блин, она взрывается так еще. Да как ты так попадаешь-то? Ой, на 2 единички зацепила. Ладно, 3 штучки у нас есть. Еще где-то я видел, блин, провтыкал ее. И теперь буду искать полдня. Серьезно. Это все очень сильно серьезно. Ребятки. Так, хорошо, здесь ничего нет. Мне надо как-то в инженерный отсек попасть. Как туда попасть? Вот сюда как залезть? Ага, вижу. Тик-т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 ик. Оп. Так, я тут. Инженерный отсек. Куда-то попал. 40 единиц за обнаружение. Вот, еще вверх можно пойти. Так, это мне не надо. Так, включи ты. Ну, так неудобно. Действие и противодействие действует на одну кнопку. Пиу! Что у вас тут стекла сделаны? С резины, что ли? Кто там? Вам необходимо разрешение от капитана. Так я и есть капитан. Ты что? Херел, что ли? Опа! Так, а подожди, я так не мог туда пройти, что ли? А, тут вон там оно. Ух ты, сука. Так, подожди, как бы мне так... Фу! Ага, это за стеной просто. Ух, нихера себе. Тут прям смотри, что происходит. Что здесь есть интересного? Лам берем. Это не берем, да? Хотя, подожди. Можно, кстати, взять. Одну использовать, а одну взять. Все равно она нам не пригодится. Так, 6. Оп. Блин, а как мне теперь ее... Как мне теперь ее ёбнуть так, чтобы самому не ёбнуться? Ой, я застрял! Сука. Угу. И как вы это думаете, что я сделаю? Она не жахнет? Как ты промазал-то, дебилоид, блядь? Как ты промазал? Объясни мне, пожалуйста, как я стрелял прям... Да переступи, ножку подними. А кто тут со мной разговаривал еще? Тут кто-то еще есть? Слышь, кто здесь? Кто со мной разговаривал? Там, может, наверху? Как ты, блядь, в него промазал-то, объясни. Почему ты такой дурак, Дентон? Неужели, блядь, ты попал? Извините, мистер. Чё извините? Ничего не извиняю. Сейчас я поднимусь. Вы не хотите идти сюда? А где мой меч? Не понял, где мой меч? Куда? Куда мой меч делся? Алло. Кто стреляет? Блять, сука. Залатай свои гребаные раны. Я не понял, я вылез, короче, у меня меча нет, ты понял?
Так, там где-то камера. А где меня камера палит? Здесь камеры-то нет. Так, давай взломаем, ладно. Может, это они этот... Надо... А гранат у меня... А, не, есть у меня гранаты. Почему бы и нет? Ладно. Так, выключить, открыть, выключить и выключить. Все нормально. Камеры нас немножко не будут теперь беспокоить. Так, здесь ничего нет. Тут вы, блядь, ублюдки, сука, арбалетчики. Вы с кучей арбалетов, да? Сука. Арбалет мне не нужен. И это мне не надо. Так, хорошо. Что здесь? Что я? Что я сюда пришел? Здесь есть только ж это. Ну, я какую-то дверь открыл. Вроде бы больше ничего не вижу, нигде что нажать. Нету же ничего? Нету ничего. Хорошо. Что ты застрял? Ныряй, блядь. Да. Да. Так, я так понимаю, мне назад. Или что? Где тут выход? А где теперь выход найти? Где-то я... Подожди, сколько их штук убил? 4, правильно? Или 3? Вот этих херня... Хернюшенек я убил 3 или 4? Так, стоп, а где это? А куда это? Так, это Айхит. Это Айхит сюда. Только подожди, а это куда? А, я тут был, окей. Бля, дурак. Ножки, 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 дорожки. Подожди, где же я видел-то последнюю? Бляха-муха. Где-то я ее видел и провтыкал, и думал, что это не оно, а это оно, оказывается. Нет, это я по кругу пробежал. Это я тут первую убил, да, это я тут первую убил. А где же я видел-то вторую? Именно вторую, не третью, не четвертую, а вот вторую. Здесь инженерный отсек этот, или что это такое? В принципе. Ну тут я две штучки убил, значит, по логике здесь третьей не должно быть. Здесь я там прошел, вроде больше некуда пройти, тут тупик. А пошли вот сюда. Стоп, я отсюда пришел. Так не пойдет. Пойдем, значит, сюда тогда. А зачем здесь две двери сделали? А-а. Ха. Окей. Ха. Окей. Так, хорошо. Где же последняя? Последняя. Ну, я ее где-то видел, реально. Я вот где-то видел, но только не помню где. Боты будут здесь минуты на минуту. Боты? Я что, отключил? Подожди, боты, мне надо... так, откуда? Так, это вентилятор, здесь ничего нет. Где-то же я видел, ну... Вот тут где-то. Или нет? Так, а там камера включена. Нет, я не тут видел. Или тут? Вон чувак ходит. Вот она, сука. Сука. На. Так, как бы мне попасть-то? Фух. Хорош. Ой-ой-ой, что-то происходит. Тебе лучше идти. Куда? На вертолет? Леха. Ёптую. Что происходит? Блять, лучше я пойду, ну нахер. А как на вертолет, да? Открой, блядь. Все, погнали, чувак. Чувак, спаси, блядь, за выпрыгнуть, сука. Все, погнали. Эй. А куда идти-то? Вертолет. Спаси меня. Блядь, куда идти-то? Сюда. Привет, чувак. Восстановишь энергию? Спасибо, только куда мне идти, не понимаю. Код безопасности. К чему, блядь? К чему код-то? Четырехзначный какой-то код. 9753. Нет. Бляха-муха. Короче.
Вот так. Да, блядь, тут нихера его не взломаешь. Да, блядь. Это мне не надо. Так, куда, 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 куда? Вылези. Блядь. Да, что то да ты можешь, не, блядь, не подкидывать? А почему я сюда не могу вылезти? Алло. Блядь, надо еще где-то найти ящик. Маленький. А стой, это куда? Я, блядь, видел. Най, блядь, куда идти-то? Где ящик маленький? Куда идти-то? Я не понимаю, куда идти. А, к этому, может быть. Вот и здесь будет с минуты на минуту. Беги, чувак! Блядь, наверх. Наверх. Так, а здесь ток выключен? Не выключен ток, алло. Как ток-то выключен? Так, я не понял, как ток выключить. И здесь, короче, куча этих всяких заданий. И вроде все уже облазило. Как ток там выключить? Давай, ладно, возьму с собой ящик, пойду туда. У них здесь проблема. Почему вертолет не бездействует? Да, блядь. Хорош меня ебашить. Да хорош откидывать-то, иди твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, иди нахер. Ё-моё, 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 ты такой, блядь, меткий, я тебе отвечаю, блядь, пиздец прям. Так тебе с другой стороны зашел, нахера мне отключать ток? Если я вот зашел. Что ты опять пищишь, никто тебя не включал, не пищи. Что я здесь забыл? Вот что я здесь забыл? Здесь же ни хрена нет. Или есть, алло. Куда тыкнуть? Тыкнуть куда? А что я тут забыл, алло? Серьезно, ну пришел я сюда и что? Подключил бы я ток и что? Здесь же ни хрена нет. Вы серьезно сейчас? Так, я что-то не вижу, да? Да. Куда идти-то? Ладненько, давайте, короче, на этом закончим, потому что я не знаю, буду бегать, искать. Здесь вообще непонятно, куда мне теперь надо выйти. То есть, есть какая-то... Или, может, мне просто тупо с корабля... Так, опять, я же на корабле, да? Да, я на корабле. Мне надо просто тупо с корабля свалить, или что? Так, это где-то сюда, да? Или что? А как с него свалить? А, вот сюда. Теперь наверх. Еха-муха. Эксит. Вижу эксит. Вижу эксит, шмексит, бэксит. Валим. Так, где я? Сюда? Сюда? Куда? Зачем я вот это сделал? Теперь следи за охраной и найди путь к нижним палубам. Да каким нижним палубам-то ты заеб? Я уже там был. Вот тебе нижние палубы, заебал. Чё ты хочешь тут? Так я в нижних палубах и был. Ты чё, дурак что ли? Или еще какие-то еще нижние? Есть нижние еще? Короче, давайте на этом закончим, потом продолжим лучше в следующей серии. Я не знаю, что делать тут. Какие-то ему нежнее палубы еще нужны. В общем, все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании будут под видео. Комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Deus Ex. Я не знаю, где что будем делать. Все, ребятушки, всем пока.